Ветхое покосившееся одноэтажное здание постройки 40-х годов – ничто иное, как местный дом культуры. До 1979 года на месте ДК было общежитие. Сейчас здание буквально дышит на ладан. Проблем выше крыши. Стены трещат по швам, с потолка течет. Зимой в помещении очень холодно, электроотопление не справляется. Но, несмотря на все невзгоды, в клубе постоянно проводят культурные и развлекательные мероприятия. Ведь другого места попросту нет. На недавней встрече с жителями Аала глава Хакасии рассказал о том, что строительство нескольких ДК в Ширинском районе запланировано на следующий год. С чего начнут, рассказали в сельсовете. Естественно, вот это в первую очередь у нас попадает Малый Кабежиков, Хазылал. Вот. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с Министерством культуры, лично со Светланой Анатольевной Окольниковой. И я надеюсь, что все у нас получится и на следующий год здесь начнется строительство.